когда птицеводство в Крыму начало пропадать, животных становилось все меньше и меньше, кормовая база пропала, исчезла. И где-то в 80-х годах мы уже насчитывали, вот, допустим, 86-87 год, мы насчитывали до 30 животных. В начале 90-х годов было 24 животных, 24-26. Если мы хотя бы стабилизируем на том, что сейчас есть, сейчас их 14 штук, мы будем считать, что частично наша задача уже выполнена. Но о том, что будет разводиться больше и больше, мы, для нас это вообще голубая мечта, мы хотели бы это. Красиво.